В воскресенье мы заказали посылочку, и бассейн буквально за 2 дня к нам пришел. Вот. Почему мы его заказали в интернете через Amazon? Потому что нигде не смогли подходящий размер найти. Вот он какой. Получается, диаметр 150 сантиметров и в высоту 53 сантиметра. Как раз подходящий для нашего балкона. Вот сейчас мы будем его открывать. Мы его уже открыли, вот он лежит, бассейн, еще в полусложенном состоянии, да, и здесь получается на каждую полосочку отдельный надувной вход. Вот сейчас мы попробуем его надуть. Один вход немножко отличается от остальных, на нем как бы то ли клей, то ли что это. То ли дырка была замазали, то ли брак. В общем, не знаю, попробуем сейчас его надуть. Если надует и будет держать, мы его оставим себе. Если он все-таки будет пропускать воздух, придется его отправить. У нас есть маленький насос, мы его специально купили для наших велосипедов. В этом насосе много разных насадок для любых входов. И вот одна из них нам подойдет. Сейчас мы ее возьмем. Таким насосом, конечно, очень медленно двигается дело вперед. Но все-таки медленно, но двигается. Уже 15 минут надувается бассейн. Итак, почти уже у нас готов бассейн. Прошел час, как мы его надуваем. Пришел сюда вентилятор, потому что в комнате жарко, окно открыто. И вот уже один товарищ лежит в бассейне. Привет, ну как купается? Воды нету. Отдыхается как? Хорошо. Хорошо. Тайга тоже хочет запрыгнуть в бассейн. Ну нельзя ей. А как же мы поставим бассейн, и она будет прыгать в него на балконе? Ну давай, дуем дальше. Давай, залазь. Вот, наконец, сделали мы свой бассейн. Поместился он у нас на балкончике. Тайга тоже пришла. Тоже, наверное, хочет купаться. Она не поймет, в чем дело. Что это у нас за контейнер такой большой с водой?